Ну вот, видишь, постепенно у меня какие-то новые методы. Значит, теперь я совершенно в шахте не боюсь заблудиться, а просто когда уже заканчиваются мои работы, я просто-напросто делаю еще одну сквозную лестницу, и, как говорится, это можно и быстро найтись, и хорошие взаимосвязи устанавливаются, и все. Тем более сейчас с каждой лестницей у меня... Тихо, ёк-махарёк. Нормально. Вот это огорчительно. Так, это хреново. Вот это довольно хреново. Так, попробуем ее обойти тогда, эту воду. О, вот заодно и железо. Ну что ж, бывают такие случаи в практике. Ну да, понятно. А дальше если... Так, здесь тоже. А если еще дальше? Что тут за озеро, блин? Собака. А дальше? А, смотри, можно как сделать. Вот так, и вот здесь пойти наверх уже. Ну, здесь уже... вот оно что-то хочется. Блин. Собака. Так, подожди. Сейчас она мне тут всю лестницу захлестнет. Так, давай-ка мы вот что сделаем сейчас. Уйдем. Так, все. Дышим. Опасная ситуация. Так, вот здесь стоим. Так, и как нам тогда быть-то вообще? Так, вот здесь тогда это соскальбываем. Так, здесь у нас понятно. Тихо. Ну вот, да. Мы, в принципе, вылезли наверх, но, видишь, как бы получается не совсем удачно. Как мне это огородить теперь? По-моему. Так, вот так, мы закладываем все. И вот здесь вот все закладываем. Блин, так мы мог тут захлебнуться к чертям собачьим. О, все. Так, вот здесь вот так еще сделаем. Теперь попробуем порубиться назад.